Ребятки, всем привет! С вами Квантумами Хакеры. Ребят, у нас сегодня битва кейсов. Эй, привет, ребятки! Да, сегодня мы на сайте casesforreal.com будем. Эп, и Миша, как ты думаешь, кто кого выиграет сегодня? Конечно, да, сложный вопрос. Я же батя. Нет, еще раз нет, Мишенька. Так, смотри, в чем суть сегодняшней нашей битвы? Вы с одной стороны видите мой экран, с другой стороны экран Миши. То есть, кому оружие выпадает в сумме на большую сумму, как бы это странно ни звучало, тот, соответственно, и выигрывает. То есть, как-то так, да? Ну, давай, наверное, знаешь как, открываем кейс. Угу. Кто больше набрал с этого кейса по деньгам? Да, тот, да, да. Тот, короче, очко получает. Да, ну в принципе, да, тоже хорошая идея. То есть, ребят, смотрите, открываем кейс, выпадает дроп на более высокую сумму, значит, плюс одно очко. Так, Миш, давай начнем с тобой. С тайного. С тайного кейса, давай. Так, давай. Давай тайное или нож. Что скажешь? Тайное или нож? Да. Давай, ну можно его. Давай, начинаем вот с него, тем более на него, смотри, скидочка, он стоит 899 рублей. Давай. И давай, на счет 3, готов? Считай. Давай, раз, два, три. Три, все, вращаем барабан, Леонид Аркадьевич, что нам выпадает? Так, давайте какой-нибудь ножик, ну. Нож, Миша, приехал, тебе что приехало? Тебе нож приехал? Да, но он такой себе. Сколько он стоит? А твой сколько стоит? На маркете 1190, это кровь в воде. Так, мой Fash & Sage, он стоит 2732. То есть возьми. Плюс одно очко уходит в копилку. 1-0 в пользу Квантума пока что. Да, 1-0 в мою пользу. Я продаю это дерьмо. Так, я не буду его продавать и пока что оставляю. Давай еще один тайнож откроем. Тайнож, такой же категории, открываем, ребятушки, тайнож. Второй кейсик, и давай на счет 3, Миша, давай обратный отчет. Давай, 3, 2, 1, поехали. Открываем. И одни ножи у меня в дропе просто в ленте. Нифига, да, в ленте? Ой, Джокер, все, у меня пропал. Стой! Отлично! Всё. Неплохо. Что тебе выпало? Фальшон Сажа, 2700. Так, Миша, ты выиграл в этой катке, потому что мне выпал P90 Азимов. И стоит там 290 рублей. Так, вообще просто, да, 1-1. 1-1 пока что. Так, я продаю его. И, Миша, давай откроем сейчас с тобой просто такой трюк ушами. Откроем случайный нож. Трюк ушами? Ну, такой финт ушами, там, знаешь, такое выражение есть. Окей, давай, случайный нож за почти 6 тысяч. За 6 тысяч. И давай, Миша, 3, 2, 1, поехали, открывай. Ножи, цветные, красивые ножики. Красивые ножи, дорогие. Ой, блин! Где они? Стой! Да, детка, что тебе выпало? Так, ну сейчас мы, походу, сразимся. Мне Джон Сина, я, во-первых, прокачался. А во-вторых... Мне выпал нож бабочка Градиент Factory New прямо с завода. Сколько? За 15 тысяч. Сучка, вонючка такой. Он напихал. Одно очко в пользу Миши. А у тебя то что? Нож складной Градиент Factory New за 9873. 2-1. Предлагаю продать эти ножи, чтобы... Ни хрена себе, он стоит 17 тысяч, если я его сейчас продам. Ну давай тогда продадим, я могу за 11 его продать. Ладно, я продаем их, и мы продолжаем битву. Пока что 1-2 в пользу Миши. Ничего. Давай второй раз откроем случайный нож и посмотрим, еще что нам выпадет в этот раз. Ну, давай. Да. Ну по два раза же мы открываем. Ну, мы оба купились, кстати, так что нормально, деньги неплохо. Есть. Так, давай. Открываем на счет 3. Поехали. 3, 2, 1. Я уже раскрутил ленту, что-то это. Серьезно? Да, поехали. Да, рассинхрон какой-то. Рассинхрон, пинг большой. Что, у тебя все плохо? Ну, я не знаю, у тебя. Ну, такое. За сколько? Я не окупился, скажем так. 4700. Так, ну смотрите, ребята, очко уходит в мою копилку, потому что мне выпал М9 Байонет. Прямо с завода стоимостью 10 тысяч. 2-2, ладно. Так, Миша, если ты его продашь за 4 тысячи, у тебя сколько на балансе остается? Ну, я его продам за 5400. За 5400 на балансе. 26 тысяч. Так, смотри, Миш, я предлагаю, знаешь, тебе что сделать? Я предлагаю сделать следующее. Самый топовый крутой кейс. Читерский кейс. Битва на читерских кейсах, Миш, такого ну, давай, не нигде. Ну давай, давай. Готов, блин, Миша? Блин, ща бы Dragon Lore отсюда выпала. Давай, отдаем обратный отсчет. 3, 2, 1, поехали. Бэм! И так. Что нам выпадает, ребят? Сейчас. Ой, сколько тут всего. Пока что... Стой! Стой! Да, сука, Dragon Lore! Ты серьезно?
серьезно? После полевых испытаний за 49 тысяч. Да пошел ты нафиг. А здесь я его могу продать за 56. Ну, решай, что с ним будешь делать. Можно мне сразу 3 очка за это пушку? Нет, Миша, 1 очко. Черт, 2-3 в пользу Миши. 3-2. Ну, это, блядь, Dragon Lore, ребята. Лайкосик за это точно надо. Ну, красавчик, я рад за тебя. И, Миша, тебе нужен баланс в 10 тысяч, чтобы мы еще раз открыли этот кейс. У меня есть даже без этого Dragon Lore 10 тысяч, давай. Да, ну давай, отлично тогда. Ты я еще раз свой такой нож же за 18 хочешь? Тысяч. Мне крутой нож выпал, кстати, за 18к. И я все равно тебя уделал. И мы еще раз читерский кейс. Давай. Сможет ли Quantum догнать меня? Давай. Да теперь тебе обратный отчет. Давай. 3, 2, 1. Нажимай! Поехали! И что и мне выпадет нажи, в этот раз, нажи, а что выпадет так, Миша? Ну, Миша жестко повезло. Это сей... что? Ну нет! Дальше, что-то! Тебе Джокер вообще выпал? Да, что он дает? Он, ну типа там, видишь, силовые кейсы есть на главной странице. Ну, и там, ну, ну. Короче, ты наполняешь вот этот силовой кейс, насмеши меня или что-то такое, насмешу а, тебя. Да, кейс. Да, есть, и короче. Потом ты можешь бесплатно его открыть, если ты наберешь много этих джокеров, короче. Я, короче, открываю этот кейс, и что мне сейчас, что тебе выпало вообще? Серьезно, ты открыл? Мне выпало M4A1S Hot Rod Factory New за 5000. Так, а мне Bayonet, за сколько выпал он тебе? За 5000. За ровно за 5000? Да. А мне выпал нож Bayonet за 5310. Ну, блин, так нечестно. 3-3, Миша. 3-3, ничья. В общем, ребята, чё, пока еще раз откроем. Ничья. И давай, Миша, просто финальный кейс. Открываем еще раз читерский кейс. Это будет финалочка такая вот. Красивое завершение. Готов? Заходим в него. И давай обратный отсчет. Давай. 3, 2, 1. Открываем. Поехали. Открываем эпичный кейс. И... ну что, 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 и что? Что тебе? Что? Стой, дальше, пожалуйста! Дальше! Мне мог выпасть хороший интернет, но вместо этого мне выпал Bayonet Case Hardened Minimal Wear. Сколько стоит? 8600 на маркете. Эх, Bayonet Fate мне выпал Factory New стоимостью в 13 тысяч рублей. 4-3, ребят, в мою пользу. 4-3, красиво, да. Красивая, сложная, жесткая битва. Хотя Миша выпал Dragon Lore, это очень круто. Миша, поздравляю тебя с Dragon Lore твоим. Это, знаешь, такой проигрыш, которым я рад, блин. Dragon Lore за 50 тысяч, йо-хо. В принципе, ребят, такое оружие можно Мише просто дать одно очко, и у нас получается дружеская ничья. У нас получается 4-4, потому что Миша Dragon Lore выпал. Ну вот как-то так, ребят. Играли мы на сайте casesforreal.com. Заходите, играйте вместе с нами, выигрывайте, побеждайте, и всем пока. А, пока, ребятки.